В Петрозаводске прошли акции, посвященные привлечению внимания к безопасности на железнодорожных переездах. Представители компании РЖД раздавали листовки с информацией о правилах пересечения переезда и совместно с сотрудником ГИБДД следили за порядком и соблюдением правил на проезжей части. Здравствуйте, инспектор ГИБДД, старший лейтенант полиции по дорожкам, профилактические мероприятия по безопасному пересечению железнодорожных путей. Акции прошли на Мытигорском и Пряжинском шоссе, а также в районе поселка Мелиоративный. На каждом из пунктов для водителей провели инструктаж, чтобы напомнить правила пересечения железнодорожного переезда. Госавтоинспекция напоминает о безопасности движения через железнодорожные пути, разъясняет водителям правила маневрирования, как нужно себя вести при закрывающемся шлагбауме, запрещающем сигнале светофора на железнодорожном переезде. Если выходит дежурный по переезду, также объясняя о том, что движение сейчас в данный момент запрещено. Напоминаем также водителям, какая ответственность существует административная за нарушение правил проезда через железнодорожные пути. Подобные профилактические акции проводятся ежегодно во многих городах России с целью еще раз напомнить автомобилистам о правилах безопасности и избежать печальных последствий.